Все, начинаю запись. Итак, третья карта. Декэш, ножевые раунды. У нас выиграли Руби Онлайн, выиграли они сторону защиты, выбрали. Сторону защиты, атаки. У нас начинает команда Т-Шторм. Итак, первый раунд, пистолетка, последняя игра данного турнира. Собственно, за первое место там порядка, я посчитал, где-то, наверное, 3,5-4 тысячи рублей. За первое место со скинов, за второе там чуть поменьше, но тоже неплохо. Ну и за третье там тоже сколько-то эмочек какого-то там, не знаю. Не разбираюсь в скинах, ребят, не буду за этим зацикливаться. Ну что у нас происходит? Так, вот что-то мне непонятно. Там такой какой-то трипл. Да, у нас двоих апают просто на крышу. Итак, Зика дает опен фраг уже в миде. Просто вот без брони он моментально срубил одного типа. Выходит стреляться против Киба. Вау! Еще голову ставит Киба. Вот это да. Стреляется еще. Еще и Кими у нас получает. Это трипл килл от Зико. Боже мой, что происходит? У нас Думи вместе с СВРК остается против пятерых игроков. Уже четверых, извините. СВРК все-таки дал один минус. СВРК еще и умирает. Остается у нас один Думи. Думи делает минус. Хорошо. Один в три. Бомба у нас валяется. Еще в спине он убивает Вейхарта. Но релоуд какой же не... Вот не вовремя. Релоуд у него какой? Ну, дабл килл Думи уже так или иначе. Да, он берет юспик. Ну и бежит на пент. Время у него есть. 40 секунд еще. Бомба пока что не... Нет. Ой, что еще и Думи делает? Трипл килл от него. Боже, вот эта игра. Вау, просто дает флешку Думи. Думи 1 в 4. Квадрокилл. Боже мой. Вот это раунд. Вот это раунд. Минус 4 от Думи. Вау. Ну вау, просто. Здорово, гигамейстер. Да. Ну как сейчас у нас Думи сыграл? Ладно, у нас что, по 94 штучки у команды Т-Шторм, один Галил, собственно, от него будет у нас игра. Выход на Б-плент, быстренько срубает Кижера, ну вот моментально минус 2 дают Руби Онлайн, у нас форс раунд, боже, минус 3, уже 3 в 2 ситуация, остается Киба вместе со Сверкой. Какой-то, знаете, вот, как обычно, дуэтик у нас остался, который всегда остается. Который всегда остается у нас, итак. Сверка. Вместе с Киба попробуют затащить раунд, берут они бомбу и бегут на аплент. Видимо, остается у нас у команды Руби Еспорт. Кто? Вивен, Зика и Вейхарт. Вейхарт, вот такой составчик у нас остался, собственно, 3 против 2. И будем смотреть, выходит на мида. У нас ребята из Т-Штормов чекают все очень осторожно, мега безопасно. Выходит на мидл, и что же будет происходить? В такой вот очень хорошей позиции у нас сидит Вивен. Зика. И Вейхарт у нас смотрит мидл. Сейчас будет встреча у нас с Киба. Очень Киба неудачно выходит. Киба. Киба умирает. 6 хп у Вейхарта. Боже мой, какой форс раунд от команды Руби Онлайн. СВРК остается 1 в 3. Чекает он тоже все. Пытается что-то сделать. Да, убивает одного. Просто и бежит на Б-плент ставить бомбу. На Б-пленте у нас пусто. На Б-пленте пусто. Но у Вивена 68 хп. Он играет с первой броней. Зика без брони. Но сотый с П-90. И СВРК 92 хп. У него Галил. Минус 2 он уже в этом раунде оформил. И смотрим мы дальше за игрой. 1 в 2. Клатч раунд. Смотрим. СВРК минус 1. СВРК минус 2. Да. Да. Я почему-то в этом парне ни на секунду не сомневался. Взял он еще один раунд. И, собственно, 2-0. Да, вот так у нас, ребят, ситуация развивается. Вот вроде бы форс раунд, да, вот вроде бы форс раунд уже почти что взяли. Но вот несогласованность действий от команды Руби Онлайн привела к тому, что СВРК смог оформить дабл килл, квадро килл в раунде и взять 1 в 3 раунд. Ну да, полный эко у нас от команды Руби Онлайн. Юспики P2000 у нас закуплено только у Зика. И смотрим мы, что у нас будет происходить. Киба моментально открывает у нас в аркаде. Убивает у нас Вейхарта. Открывает мидл. Сверка еще где-то минус у нас дал. Ну и, собственно, 3 в 5. Собственно, 3 в 5 шансов здесь очень мало у Руби Онлайн взять этот раунд. Выходит у нас стреляться еще и Кижера, тоже умирает. Вивен вместе с Зика остались. Зика, СВРК ждет Зика. Ну вот, не замечает, по-моему, да. Вот идет чекать, да, вот видит его, да. Убивает последнего игрока, ну что? Андрейкон 8. Ха-ха, Руби такие нули. Ну, не знаю, Руби, Мираж-то взяли 16-3, поэтому я бы не сказал, что они нули. Вот. Ребята, в принципе-то, они равные все по скиллу. То есть, вот, и команда Руби, и команда Т-Шторм равные очень, равные. СВРК мощь, да, СВРК мощь.
Смотрим дальше. Итак, собственно, что у нас? Дефолтик от команды Т-Шторм. 3 под Аплантом, 2 под Б. СВРК там играет. Вот давайте за СВРК посмотрим. Этот парень просто опять топ-1. 6 фрагов от него. Вот, ну, вот я не помню вообще плохой игры от него на какой-то карте. Опен фраг от Зика. Вейхард 23 хп имеет, вот нахилили его очень серьезно. Кимми нас открывает. Кимми, не адек, просто две головы моментально ставит. СВРК у нас на Б-пленте воюет, там убивает одного, убивает второго. Боже, СВРК, даблкил уже занимает план Б. Боба у нас валяется, к сожалению. Что, дает флешечку вот такую вот. Выходит против, стреляться против еще и Зика. Боже, триплкил уже от СВРК. Два редовейших игрока, это Штормов. И есть шанс у СВРК опять потащить этот раунд. Выходит стреляться против Ниадека. Боже, квадрокил, что это происходит? Что делает этот парень с ником СВРК? Боже мой, это что-то невозможное. 10 хп против 23. Вейхард против СВРК. Четвертый раунд. Если сейчас СВРК возьмет, то будут очень плохие дела. У команды Руби. У команды Руби, конечно же. Ладно. Смотрим, что. Вейхард. Смотрит у нас Аплент. Угадывает он с направлением атаки. Ну вот, идет на шифте. Очень тяжело сейчас СВРК будет. Но СВРК дает молотов. Молотов просто что? Молотов, молотов. Вау, горит. У меня даже эмоций нету просто. И у меня просто нет эмоций. Что сделал? Как он сейчас вытащил? Что это было? Ему дали молотов в ноги. Он потерял 7 хп в молотове, успел убежать, кинул молотов и еще как-то выжил, и еще и добил последнего игрока. Покажи сердечко. Конечно, сейчас я покажу сердечко. Я же девочка. Покажу тебе сердечко. Ладно. Смотрим мы дальше за игрой. Собственно, у нас 4-0. Просто, ну, СВРК 1 в 5 взял этот раунд. Я не знаю, что происходит. СВРК просто вселяет в своих тиммейтов. Должен вселять. Должен вселять какую-то, я не знаю, уверенность, наверное. Просто мотивировать своих тиммейтов до того, чтобы они тоже тащили как он. Тащили как он, ладно. ПРБ. Умирает от Вивина, собственно, Кежера тоже умирает от Киба. Думи последнего игрока убивает с ВП, собственно, 5-0. Собственно, 5-0. Смотрим по статистике. СВРК 11 на 1. Вот этот парень затащил два важнейших раунда. Просто 1 в 3 и 1 в 5. Я просто в шоке. Думи 8-2, 3-3 Киба, ПРБ 2-4, 1-3 Кими. Команда Руби Онлайн. Зика 4-5, 3-5 Вивен, Ниадек 3-5, 3-5 у нас. Свои харты 0-5 Кежера у нас идет. Вот такая вот ситуация. Вот такая ситуация у нас, и смотрим мы дальше за игрой. Что у нас по закупу? Вот такую вот пушку Зика закупает. Вау. Это что, он ошибся, что ли? Я не знаю, может быть, он просто ошибся или просто специально купил такую пушку. Будет сейчас жать так жать, это точно. Сто просто сотню жим лежа. Я не знаю, показывать будет этот парень. Ладно. Смотрим мы, что, пока ситуация у нас 5 в 5, но Вейхард опять где-то вот нахилен уже, 20 хп у него, выходит Киба стреляться, вау, Киба открывает плента, просто моментально Зика сейчас будет у нас этой пушкой, просто давай, ну уже даже ни одной пули не дал, сверка моментально его срубает. Занятие у нас плента, а, что, Ниадек в очень хорошей позиции, кстати, стоит Ниадек, делает минус моментально, там уже минус 3 пролетает, остается один у нас Думи, Думи, ну как же так вот, рассыпались у нас игроки команды Т-Штормов, не знаю, я как так вышло. Не Вивен последнего игрока добил. Вивен даблкил, триплкил Ниадек. Очень хорошо сыграл он с пункта А. Сумел еще там засейвиться как-то, чтобы его не видели. И 5-1, первый раунд команды Руби в защите. Поздравляю их. Поздравляю я, собственно, их. Итак, закуп у нас еще один от команды Т-Шторм. Но закуп уже очень плохой. ПРБ у нас с диглом бегает. Три калаша и П-90. Выходит Киба стреляться. Ну где же размен? Где же размен? Нет размена. Минус 2 моментально. Три игрока живые еще у команды Т-Шторм. Ну, будем смотреть. Да, еще и Кежера убивает у нас СВРку. Остается ПРБ вместе с Думи. Да. ПРБ вместе с Думи. Итак, Думи берет бомбу. 2 в 5. Ну, это, видимо, второй раунд. Второй раунд в пользу команды Ruby eSport.
Ну, пока что затишье. Жду пока что аркаду. Ребята из Т-шторма, вот, ну, думаю, что, может быть, кто-то сейчас выйдет. Получится забрать хоть одного игрока, выйти на пуэнт, поставить, может быть, бомбу и уже как-то более удачно сыграть. Уже как-то занять пуэнт, взять раунд, может быть, как и Сверка это сделал 3 раундами ранее, но... Или 2, извините, раундами ранее, но вот не знаю. Пока что вот просто ждут. 30 секунд уже практически до конца раунда, 7-го уже по счету. Очень быстро у нас динамично развивается игра. Ну что ж, смотрим. Смотрим мы дальше. Что у нас по РБС Думе решает, что сделать? Ну вот, выходит наконец-то аркада. Да, делает минус на Вейхарте. Уже 4 игрока. Вот это вот уже интереснее намного. И, кстати, смотрите, моментальная стяжка на Б-плент у нас на мидл, не адек. Но просто решает засейвить свои девайсы. 15 секунд до конца раунда. Второй раунд для Руби. Сейвит. 2 калаша. Денег у команды Т-штормов нету. Денег у команды Т-шторм нету. Собственно, заселены у нас девайсики. И 4 игрока у Руби тоже выжили. 4 игрока выжили у Вейхарта. Ну, сейчас должны дать ему удар какой-то дроп. 3-400 у него. И, собственно... Должны сейчас у нас 2 калаша. Вот от 2 девайсов сейчас сыграет у нас команда Т-шторм. Берут они там вот Киба взял первую броню, СВРка вторую броню поднял, стек 9. Кими ничего не закупал. Но только вот П-2000, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, П-250 у него. Ну, собственно, то же самое. Ладно, смотрим. Смотрим, у нас выход под аплен. 3 будут с мейна, 2 со скрипа выходить. Это будет очень интересно. Ну что у нас? ПРП делает моментальный минус калаша. Хорошее открытие. Плотай. ПРП даблкил. Сдает 2 головы. Моментальные ставит. И 5 игроков у нас еще живые от команды Т-шторм. Боже, ПРП триплкил. Какая реализация. Какая реализация девайса. ПРП продолжает у нас просто аннигилировать команду Руби Онлайн. Выходит он стреляться против Зика. Еще минус 26 хп у него же. И вот посмотрите. Да, вот триплкил у нас ПРП. У него... Минус 40 хп всего-навсего. Итак, стоит бомба, 2 игрока у нас еще живы. От команды Ruby Online, это у нас Vivian вместе с Zika. Zika сейвит свою снайперскую винтовку. Vivian пытается еще кого-то нахилить, кого-то убить, выбить себе какой-то еще девайсик поинтереснее может быть. Но Киба с дигла просто делает минус. Как так получилось? А, все, боже, я испугался даже. Киба, в общем, умер у нас. Сделал минус и моментально умер от Zika. Ну, смотрим. Да, Зика промахивается еще по ПРБ. ПРБ делает триплкил. Герой. Герой 8-го раунда. Т-шторм 6-2. Пока что ведут. Что по закупу? По закупу вроде как и есть, но вроде как и даже и нет. Вот у Вейхарта, например, денег нету. Закупил он вторую броню, юсп и вот полная раскидка. Снайперская винтовка у Зика. 3 кольта. Ну и куда решат у нас пойти ребята из команды Т-шторм? ПРБ просто фастом занимает у нас мидл. Будет он смотреть просто мейнчик. Там никого нету. Ну вот очень интересная позиция у снайпера. Команды Руби, он смотрит мейн. Смотрит выход на апплент. 2 играет со скрипа. Думи у нас играет с как раз таки мейн. Он с кольтом выходит. Он видит Зика, но не успевает его до конца все-таки заспрейть. 46 хп у Зика, 22 у Кежера. 3 в 5 ситуация. Моментальные 2 килла просто дают. Адек у нас умирает от Кими. СВП хорошо открыл у нас скрип. Киба под Б-плантом играется. Сверка с Кими тоже перетягиваются туда же. И у нас уже стяжка пошла, кстати, на Б-плант. Вейхард туда убежал. Ну и все равно еще 2 игрока, кстати, стоят на Б-планте. Это у нас кто? Это у нас... Кижера вместе с Вивином. У Кижера, кстати, редовый. Если сейчас удастся убить у нас Вивина, то... Вполне возможно, что ребята смогут занять пуэнт Б. Ну и так, смотрим. Хорошая позиция у нас у Дев... Боже, у Дефенс, только я хотел сказать, кидаются моментальные дымы. Вивен уже ничего не видит, ему просто дали хорошие смоки. Он еще пострелял очень неудачно. Зика у нас с АВП только сейчас стягивается. Вейхард с калашом был в девяточке, но... Тут лежит Молотов. Прекрасное занятие пункта Б. Прекраснейшее. Просто Кими еще с ВП настреливает. СВРка моментально дает минус. И последнего игрока тоже забирают. 3 в 5. Просто как разрулили. Как разрулили ребята из команды Т-шторм Еспорт. Как разрулили. Это что-то с чем-то. Это что-то просто с чем-то, собственно, у нас 7-2 счет, 3 в 5. Взяли ребята раунд, вышли замечательно на Б, откинули смоки, просто замечательное занятие плента, ну и реализация своих же девайсов. Реализация тоже не хромает, просто 100%. Киба, open фраг для команды Т-шторм. Ребята, вот старые АК-сверки.
Ну, я не смогу сейчас, к сожалению, посмотреть пока что. Я потому что сижу в чатике с телефона. И, собственно, у нас моментально вот минусы идут. Кежера у нас один остается уже с Юспом и просится пауза. Просится у нас пауза, будет у нас сейчас какой-то небольшой перерыв. Не знаю почему, с чем это связано. Вроде никто не вылетел, вроде бы все нормально, но нет. Нет, все-таки какая-то вот может быть тактическая как раз пауза. Взять какой-то перерыв, отдых, собраться с мыслями. Руби онлайн, потому что после миража 16-3 сейчас в плане такого же счета Руби онлайн проигрывают 8-2 уже. Ну то есть зеркало. Зеркальный счет у нас получается пока что. Ну и вот надо собираться, конечно, ребятам. Надо собираться, надо тащить, надо приходить в себя. Ну вот, может быть, ради этого как раз-таки берется у нас пауза. Ну что ж, ребят, пока что я могу почитать чатик. Задержка. У нас стоит более там 30 секунд, наверное. Я не знаю. Twitch 15 секунд, по-моему, или 20 у нас ставит задержку. И моя задержка непосредственно уже OBS составляет 20 секунд. 20 секунд времени, поэтому вот так вот. 14 человек у нас на трансляции, кстати, ребят. Я всех приветствую. Всем говорю здравствуйте еще раз. Вот, спасибо вам, что вы смотрите. Надеюсь, вам интересно наблюдать за финалом турнира ТС. Кэтскинс, Капа. Ну, собственно. Собственно, все вот так вот складывается. Так. Сейчас я быстренько зайду, кое-что прочекаю. Напомню, у нас что? Первая карта финала закончилась со счетом 16-9. У нас Т-Штормы выиграли на Коблстоуне у команды Руби Онлайн. Вторая карта у нас закончилась со счетом 16-3. Руби Онлайн на Мираже смогли просто без шансов забрать в себе эту карту. Ну а третья, вот сейчас мы смотрим, эта карта у нас Дкэш. И пока что все крайне удачно складывается для Т-штормов. Вот так вот. Я вот пока зашел в группу команды Руби. Кстати, не знаю. Даже сайтик у них есть, кстати, csgoruby.ru. Не знаю, работает он, функционирует или нет. Нет, не работает сайт. Видимо, в разработке, наверное, какой-то. Так, ну что, у нас пауза пока не отжимается, ребят. Пока можете еще что-то в чатик пописать. Вот, все я прочитаю. Все до меня дойдет. Так, сейчас. Вот старый аккаунт SWRQE. Ссылка удалена. Совпадение? Спасибо, Джоэлс, за 30 рублей. Спасибо тебе огромное. Но вот ссылка, к сожалению, не прочитается. Вот стоит у меня вот такая вот фигнюшечка, что ссылки не проходят. Но в чате вот есть ссылка, которую скинул у нас как раз-таки вот Вираж 1488, не знаю, вот. И, не знаю, там что, там ВАК, я так помню, я тоже смотрел. Не знаю, что там. Вот, но не знаю, может быть, парень сейчас уже нормально играет. Я вот не знаю, как это комментировать на самом деле, что вот верить ли игрокам, которые раньше играли софтом, или не верить. Вот, правильно поступает в этом вопросе Valve у нас. То есть, кто там, вот я не знаю, кто точно. То есть, то, что если ты юзаешь софт, ты в будущем, то есть на наши турниры не проходишь. И это правильное решение. Это заставит игроков задуматься перед тем, как юзать какой-то сторонний софт. То есть для своей же выгоды, для выгоды своей же команды. То есть, ну, это правильное решение. Это правильное решение, то есть это полностью оправданное себя, потому что вот видели вы, наверное, примеры. Вот та же команда Ту, например, да, вот приехала ВАК 18 дней, сейчас нормально играет. Я не знаю. Не знаю, ребят, ну не хочу как комментировать эту ситуацию. СВРки практически 2К часов CSGO и часов 5К в 1.6.
Да, ну, что я могу сказать по поводу СВРки? Я не знаю, вот на него, конечно, все гонят, но парень реально хорошо играет-то, на самом деле. Вот, то есть, я ничего не могу сказать плохого про него. Реально попадает, реально что-то делает, вот, и все получается у него, вот что я могу сказать. Поэтому вот в плане того, что правильно... Вот я не знаю зато, как ему в будущем играть, понимаете? Вот у него есть ВАК, да, или что там у него, я просто не зашел по ссылке, нет возможности мне сейчас перейти. Как он в будущем будет? Просто парень реально с потенциалом, блин, я не знаю, с кем его даже сравнить. То есть это... то есть... потенциал реально про игрока. Это реально вот про игрока какой-то СНГ-сцены, хороший такой стабильный топ-1, топ-3, то есть команды. Вот, реальные СНГ сцены. Вот если он продолжит так же выступать вот на вот этом уровне, его обязательно заметят в будущем, я не знаю. Ладно, давайте. Давайте мы просто сейчас вернемся в игру, давайте мы просто продолжим уже смотреть за последними вот, за последними раундами уже, которые нам остались на турнире Т-Шторм Кэтскинс Капа. Собственно, ребята, 8-2 счет Т-Шторма у нас ведут пока что более чем уверенно. Карта Дэкэш. Выходит у нас Хиба, стреляется на мидл, Вейхард делает моментальный минус. Опен фраг для команды Руби Еспортс. Ну и что, Вивен? Вивен еще один минус делает. Вот собрались, видимо, ребята у нас в защите. Еще и Неадек выходит хорошо в аркаду, делает минус. Сверка. Делает моментальный размен. Что, и Сверка, кстати... Да, вот про него-то как раз-таки и шли разговоры. Ну, смотрим, что, смотрим. Вместе с ПРБ он остается. ПРБ у нас бежит на Б-плент, и сверху у нас пытается прострелить кого-то на пунте. Ну, что у нас там пишут в чатике? Так. Ну да, Леша, я с тобой согласен. Согласен с тобой полностью. Это вот твое утверждение. Ну что, СВРка у нас дает уже сколько? Уже минус 2 он дает, но очень рядово у нас ребята из команды Т-Шторм, а вот ребята из Руби у нас почти сотые. Почти сотые, 100 хп у Кежера. Ну вот, кстати, смотрите, в какой позиции у нас ПРБ. Он сейчас может сделать минус. Минус делает, боже, в голову дает просто моментальный. Остается Вейхард 1 в 2, у него 73 хелспоинта. Он идет просто в девятку молотов, моментально ему прилетает. Какой отличный молотов, вау. 67 хп против 12-28. Да. Ну вот если сейчас правильно просто встану с перекрестный огонь, нельзя лезть. Нельзя было лезть сейчас. Ну и сверка. Ну как же он сыграл? Как же он опять? Так, зачем ему играть в будущем? Ну как зачем ему играть в будущем? А вдруг он захочет построить карьеру киберспортсмена какого-то, да? Ну или еще что-то там такое. Леша, если будешь дальше писать матом, улетишь в бан. Вот. Ну, предупреждаю тебя. Первое предупреждение, в общем, дано. Вот. У нас... Давайте старайтесь выражаться корректно. Вот. Не ругаться матом как-то. Вести себя более культурно. Ладно. Смотрим. У нас в аркаде что? Неадек. Подсадили его. Он на хиле очень серьезно. У нас ПРБ делает минус один. И уж, боже, ну как же не могли его до сих пор убить? И ладно. Убивает все-таки у нас Неадека. Делает он по пути один минус. Еще и сверху до 11 хп нахилил. Ну и, собственно, Вейхард. Два хелспоинта. Сейвится он просто. Ну и бегут ребята просто под Б-плент. На Б-пленте у нас на приеме кто? Вивен. Вивен вот в такой шикарнейшей позиции с П-250. Может он тут устроить делов. Смотрим мы за его игрой, за его действиями, как он сейчас будет принимать выход на Б-плент. Киба делает минус, у нас идет выход. Выход идет, ну и что, ждет Вивен. Вивен ждет, пока не высовывается, вот замечает пушку. Да, делает минус один, уже выходит дальше стреляться. Кими моментально минус дает. Один Зика остался. Ну и, кстати, вот все калены у нас игроки команды Т-Шторм. 20, 39 хп, 11,52. Ну, посмотрим. Посмотрим у нас что. Остается вот один у нас... Киба, Киба смог просто. Как он сейчас убил? Как он сейчас убил? Моментальный минус. Замечательный. 10 раундов уже позади от команды Т-Шторм. 2 раунда всего смогли Руби взять. Ну, вот так вот. Что у нас? Неадек покупает снайперскую винтовку. 4 кольта против... Что там? Кими у нас. Кими со скорострелкой. 4 калаша. Ну и смотрим. 13 раунд первой половины. Финальная карта. Напоминаю я. 1-1 пока по картам. И это решающее. Это решающее. Все решится здесь. Все решится здесь. У нас что? Киба пострелялся немножко под Б-плантом. В рукаве у нас два игрока находятся, кстати говоря. И Вивен, кстати, как ему сейчас досталось? 32 хп всего у него остается.
Чего такой вот хороший, кстати, Молотов прилетел вроде бы, но вот у Вивина у нас где он там? Да, у Кижера, точнее, у Кижера вот такая хорошая позиция. Очень-очень хорошая позиция. Ну и, собственно, смотрим мы дальше за игрой. Итак, прилетает неадек у Молотов, он со снайперской винтовкой сидит в пунте. Кибом опен фраг за командой Т-Шторм. 5 в 4 ситуация. Вивин 32 хелспоинта имеет на Б-пунте. 2 на Б-пунте. Надо моментально уже стягиваться. Идет выход у нас на плент. Вейхард вместе с неадеком будут принимать. Пробовать принять. Точнее, я говорю. Ну что, неадек со снайперской винтовкой просто сидит в дыму. Вейхард пытается ему хелпать. Пятеро игроков просто все сотые. Вы посмотрите, все... все игроки команды Т-Шторм сотые. Это просто чудесно для них. Ладно, ну и я в шоке. Четыре игрока сотых, неадек, моментальных два минуса. На приеме апланта бомба у нас ставится, просто уже стоит. На Б-планте шансов у неадека затащить этот раунд просто попросту нету. 11-2, смотрим статистику. Команда Руби Онлайн, Вивина 10-11, 10-10 Неадок, Зика 6-11, 5-13 Вейхард, Кижера 2-11. Команда Т-Шторм, СВРка 19-3. Сейчас вот посмотрим, сможет ли Неадок у нас еще засейвить свою снайперскую винтовку. Кими его просто контролирует, кстати говоря. Ну и что, что? Не лезет, не лезет. Вот должен слышать уже, кстати, игрока Т-Шторма. И пропускает. Какой тайминг ловит? Вау. Кими просто поймал какой-то классный тайминг в этом случае. Ну вот стоит, ждет, ждет, и что, да, третий минус дает. Так, статистика команды Т-Шторм после 13 раундов. СВРК 19-3, 13-7 Киба, ПРБ 9-9, 10-8 Думи, Кими 5-7. Итак, закуп ужаснейший. У Руби 3 ФАМАСа, Кольт и снайперская винтовка от Неадека. Неадек бежит с этой снайперской винтовкой на Б-плент. Будет пробовать кого-то сфотографировать. Ну вот, пропускает одного игрока и смотрит, смотрит его. И шо-хо-хо! Попадает в ногу Кими. Кими со скорострелочкой просто делает опен фраг на П-пленте. Убивает Неадека. Собственно, 5 в 4 у нас уже ситуация. Сверка, что там? Вейхард у нас на миде. Убивает Думи. Стреляется еще против ПРБ. Дабл килл от него. И, собственно, два игрока осталось. Это Сверка и Кими. Сверка у нас с калашом. Идет под аплент. Попробует его открыть, собственно. Смотрим. Смачок у нас кладется. Так. Так, ну вот, не знаю. Ну вот, шансов, кстати говоря, очень мало, но знаю, что СВРК у нас может тащить такие раунды. 1 в 5 он уже брал, 1 в 3 он уже брал. 1 в 4 пока не брал, но надо и 1 в 4 взять, если сейчас вот Кими, ну, рядовенький очень Ким у нас. Если получится, не получится, посмотрим. Смотрим. СВРка с калашиком проходит на Б-пент 35 секунд. До конца раунда бомба у нас у Кима. Вот зачекал, он должен был зачекать Зико, который играет со снайперской винтовкой. Вейхард тоже со снайперской винтовкой. 25 секунд до конца раунда. СВРка должен уже начинать открываться потихонечку. Итак. Так, вот пальцы у нас. Пальцы у нас один игрок в девятке. Сзади уже в спину есть информация, что обходит уже игроков команды Т-Шторм. Убивает Вейхард своего оппонента. Вейхард. Вейхард тоже моментально умирает. Боже, какая реакция у Сверки. Какая же реакция у него. И что, берет он АВП, да. Будет сейвить АВП. Третий раунд для Руби. Главное, что все его тиммейты, его друзей удалили, кроме Кими. Видимо, забыл. Кто удалил с друзей? Кого? Не понял я. Сверку удалили из друзей. Не понял. Короче, ладно. Last раунд. Первая половина у нас, ребята, 11-3 счет. Т-Штормы пока что уверенно довольно-таки ведут. Но вот если сейчас четвертый раунд отдадут, будет шанс у Руби Онлайн на некий камбэк такой. Ну так, неадек в отличнейшей позиции. Кстати, вот эта позиция, смотрите. Смотрите, как встал Ким у нас. И что? Да, минус от неадека. Open фраг за командой. За командой Руби. Ну что, Вайхард еще в аркаде делает минус. Решили вот ребята более агрессивно поджать. Кими пишет это как? Ну, Ким, ты не прав. Ким, ты не прав. У нас видел, видел снайпер тебя. Это нормально. Тебя видел снайпер. Видел твою текстуру и потом просто на префайре выше убил. Это на демке видно. Это все замечательно, очень видно. Итак, 3-3 ситуация у нас. Кижера вместе с Зикой и Неадеком попробуют взять четвертый раунд в свою копилочку. Смотрим.
Смотрим. Что, Зика на Б-пунте. Против него сейчас будет выходить ПРБ. Кстати, очень калененький. Игроки команды Т-Шторм. 32 хп у ПРБ, 53 у Думи. Сотый только Киба. И Киба у нас играет, кстати, со снайперской винтовкой. Думи уже тем временем вылетает на пент. Замечает одного игрока, пытается его убить префайрами. Боже, у нас Кижира там живет как может. Это что-то невероятное, как Кижира живет. Смотрите, он бегает в догонялке. Он еще и убивает его. Но разменивает Киба своего тиммейта. Зика, собственно, 1 в 2 против Киба, против ПРБ. Киба со снайперской винтовкой выходит просто моментально. У нас ПРБ, ПРБ умирает. Зика, 39 хелспоинтов, стреляется против Киба. Киба живет еще, боже, 66 хп. Вау, вот это раунд от Зика, кстати говоря, замечательный. Молотов очень был неудачный, отброшен, но бомба-то уже тикает. Бомба-то уже серьезно тикает, ну и да, умирает у нас Зика. Киба берет 12-й раунд для своей команды, собственно, 12-3, ребята, у нас счет. Ну вот возмущался у нас Кими в чатике в Counter-Strike, но вот могу сказать, что зря ты возмущался, друг мой, зря. Зря возмущался, потому что там тебя было видно, текстуру, он вышел на префайре, убил тебя. Ну что, ребята, Т-Шторм, 12-3, взяли первую половину, смотрим мы за пистолеточкой. Руби теперь начинает в атаке, очень важный раунд в плане всего, наверное. В плане даже итога игры, я не знаю, как еще сказать. Итак, у нас... вот что у нас вообще происходит? У нас бегут ребята под АП. Идут на шифте, все в скрип. Вот это сейчас может у нас Ким тут принять. Вот это да, Ким просто его не чекают. Киме, боже мой, в спину. Ну как же ты не убил, друг мой? Как же ты просто сейчас не попал по головам-то? Мог собрать просто урожай. Урожай террористов, так скажем. Итак, ПРБ остается вместе с СВРкой тащить пистолетку. СВРка дает уже первую голову. СВРка вторую голову дает. Что это было сейчас, непонятно мне. Ну смотрим, СВРка. СВРка, боже, в спину. Не дотыкал своего оппонента. Еще два игрока против него. Бомба тикает, щипцов нет, и СВРК просто убегает сейвить свою броню. Да. Ну, вообще-то, если честно тебе сказать, СВРК у нас с командой Т-Шторм играет совсем недавно. Он как бы недельки только две. Он вступил в 19-11, команда называлась. Вот он вступил к ним недели, наверное, две назад только. Вот, поэтому я не знаю, почему так написал. Вот. Может, просто его не добавляли в друзья, а Кими у него был в друзьях как раз-таки. Такое тоже же может быть. Ну что, дорогие мои друзьяшечки, 12-4 у нас счет, Зика делает минус. У нас Форсбай. Форсбай от команды Т-Шторм, они уже что... Играют они в защите, напоминаю, это последняя карта финала, ребята. Последняя карта финала, Вивен делает минус у нас на Киме. Итак, 3 в 4 ситуация, у нас еще сидит Думи в пункту, Думи тоже умирает у нас от Вивена. И что? И что? Два игрока осталось, это Киба и Свер. Оба с первой броней, оба с какими-то фармганами, ну и что, будут сейвить? Не знаю я. Ну, у нас, скорее всего, да. Скорее всего, просто засейвит. Пока у нас такая небольшая пауза, пока ребята сейвят, ребят, можете написать какие-то свои вопросики в чатик. Скоро у нас будет конкурс, может быть, даже сегодня. Я его опубликую, если еще там пару скинчиков кого-нибудь найду, то да, опубликую я сегодня. Небольшой конкурс на неделечку, просто за лайки, за подписку на группу и, в принципе, больше ничего не нужно. Вот, собственно, вот так вот, ребят. И потом нашему кэпу они ВК. Не знаю, засрут или не засрут. Как же он любит СВРку. Так, ладно, ребят, смотрим. Мы 18-й раунд, собственно, 13 человек у нас на стриме. Я всех еще раз приветствую. Киба у нас вот так вот очень агрессивно у нас апает. Он просто убивает уже не адека, опен фраг за командой Т-Шторм. Очень интересно у нас складывается ситуация. Форсбай у нас продолжается. Две брони у нас засейвлены и остались от команды Т-Шторм. Ну вот могут попробовать затащить этот раунд. У нас просто сталкиваются два игрока. Боже, Киба у нас продолжает сжать, но неудачно, к сожалению. СВРка! СВРка дает даблкил. Вау.
Что это, парни, это делает? Я не знаю. СВРки просто помешал собственный тиммейт. Трипл-килл от СВРки. И, собственно, один в один остается. Квадрокилл. Я не знаю даже. Ладно, Мэри, короче, отправляется у нас в бан. Собственно, могу так сказать, что у меня... Кто сейчас играет? У меня никого в друзьях даже в стиме нет. Я не знаю, о какой ты там любви говоришь. Вот. Глупо очень, глупо. С твоей стороны оскорблять меня. В общем-то, отправляйся в банчик, друг мой. Так, ладно. Смотрим и дальше, что Мэри у нас улетел в бан или улетел, я не знаю. Ну, писать такую глупость, конечно, про меня это на самом деле бред. Что я какую-то там приязнь к какому-то игроку у меня нет. Никогда я никого-то никогда не выделял. Вот, если парень реально, смотрите, ну, как бы, парень 27 фрагов настрелял, как я могу не говорить о нем какие-то лестные слова? Вот, если он 27 фрагов настрелял, вот 28 его фраг, ну, я уже даже эмоций не могу показывать, потому что 28 фрагов в его исполнении, бомба стоит, он только что затащил раунд. Force buy, вот, просто дефит, ну что? Еще голову станет, ну вот, вы говорите, это софт, но он же даже... Он как бы вот не затащил даже раунд, но вот никакого же префайра не было. Он же даже не знал о месторасположении своего оппонента. Вот, я не знаю, ребят. Я не знаю, с читами он или нет. Короче, я не буду ничего указывать. Вот, честно, ребят. Чтобы не было ко мне неприязни какой-то и так далее. Вот. Он заменит Симпла. Не знаю, если заменит. Молодец. Что я могу сказать? Итак, Руби онлайн у нас просто быстренько выходит на Б-плент. Итак, у нас форс-бай такой некий от команды Т-Шторм. 2 с броней у нас бегают. Вот, может быть, и у Кими тоже была какая-то броня. Не знаю я. СВРК замечает у нас одного игрока. Стреляется с ним с П-250. Он 13-6. У нас счет, напомню. Не знаю, почему он демки не скидывает, ребят. Ну, честно, не знаю. Ладно, СВРК у нас даблки уже дал. Что, 3 в 4 у нас ситуация. Выходит у нас Думи на Б-плент. Так, очередовый у нас, кстати, там сидит Кежера. Кежера у нас умирает, но вот моментально минус 3 у нас дает. Остается один ПРБ со второй броней. Он с дистертыгалом. Стреляется он на дальнем расстоянии, но не думаю, что он сейчас попадет. Что со счетом? Я не знаю, Келлар. Я не буду сейчас насчет этого дискутировать. Если он читер, значит он читер. Если нет, значит нет. Проверить это можно с помощью... кто-то просто зайдет, как бы, в демку посмотреть, запишет муви каких-то, может быть, моментов интересных, да? Ну, ребята, я не могу ничего утверждать. Я сижу на... это... смотрю просто за игрой, комментирую ее и не могу выявить, читер или не читер, ребят, поймите. Ладно, у нас 13-7, ребят, последняя... последняя карта финала. Ну, вот что могу я сказать только. Давайте перестанем сейчас говорить насчет СВРки. Давайте... закроем просто эту тему, отложим ее, может быть, на какой-то более долгий-долгий срок, не знаю. Вот. Ну вот как будет демка, тогда и смотрите, ребят. Давайте просто забудем это все и все. Смотрим. Так, Неадок у нас убивает Кими. Итак, 4 игрока у нас еще живые от команды РЫУ, Руби, у них закуп, а вот у команды Т-Шторм очередной слив. Очередной слив. Что, замечает у нас Вейхард сверку. Сверка делает минус. 4 в 3 у нас ситуация. Ну и смотрим, что у нас. Бомба стоит на Б-пунте, уже пикает вовсю. Собственно, Неадок делает еще один минус. Неадок продолжает стреляться. У него 21 хп. Жмет еще по ПРБ. ПРБ убивает. Остается один Киба. И Киба нет. 8 хп никак не может пробить. Я просто один момент напомню, почему. И все. Напомни, напомню. Так, ребят, 8-13 у нас, собственно, счет. Уже до 5 раундов сумели сократить разницу у нас Руби.
Когда он 1 в 5, минус 4, да, он просто без опасения пошел, взял бомбу. Хотя хз, где был пятый, а пятый был в спине. Ну, не знаю, не знаю, я честно, Кевор, я помню, помню у тебя, понял, внимательно прочитал твое сообщение, но не знаю, я не могу я ничего утверждать. Ребят, вы поймите, я комментатор, а не судья, и я не могу выявить, софт или не софт. Ребят, поймите. Ладно, неадек, у нас делают уже open фраг на Киме. Ну вот очень, у нас интересная игра, развязочка у нас близится. Андреев, Даниил, спасибо тебе за подписку, друг мой, спасибо тебе за поддержку моего канала. Ну что, смотрим дальше. У нас 3 в 4 ситуации, собственно, выходят ребята из Руби на плент, занимают. Они его уже, ставится у нас уже бомба, 15 человек смотрит трансляцию. Ребят, всем здравствуйте. Собственно, остается у нас ПРБ вместе с Киба против троих калашей. От Вивена, Кижера и Зика. Ну что, это, видимо, девятый раунд. Видимо, девятый раунд в исполнении команды Руби. Ребята собрались, ребята тащат уже вот во второй половине. Смотрите, почти 5 раундов подряд. Вот один только отдали, и атаку вот тащат и тащат. И продолжают набирать обороты. Ураган я очень давно уже не смотрел в игру. Зика у нас тем временем, кстати, дал минус. Остается он один в один, но бомба там уже очень сильно пикает. Что? Да, и Руби берет. Руби берут девятый уже раунд. Ребят, это очень серьезно. Это очень серьезно, потому что денег-то у Т-штормов нету. Нужно сливать очередной раунд, а Руби продолжают набирать ход. Задержка секунд 40. Задержка секунд 40. Где-то... За этим, да, на турнире никто не следит. Это, конечно, ошибка, ребят. Но вот это вы пишите организаторам. Ну, точно не мне. Вот. К сожалению, я не могу с этим ничего поделать. Вы уж извините, но у меня и так забот... Полно. Забот полно. Нужно, то есть, и YouTube-канал, там, залить воды, записать все, откомментировать, что-то там, какой-то интерактив провести, ребят. У меня просто не хватит элементарно времени, чтобы следить еще за каким-то софтером. Так. Ураган я давно вот не смотрел. The Best Tier. Давно не смотрел Ураган. Последний раз я их стримил уже очень давно, наверное, где-то около дней 6. Неделю назад где-то на карте Мираж они выиграли у кого-то. Вот. Поэтому ничего не могу сейчас сказать. 20 секунд только в ОПС, так еще 20 секунд или 15-20 секунд еще задержка Твича, поэтому там около 35-40 секунд задержка. Мониторить не могут, я еще раз говорю, не слушайте того, что пишут в чате. Задержка составляет 35-40 секунд. Этого достаточно, мониторить с этой задержкой нереально, нереально просто. Смотрим дальше. Ребята, все, отвлекаюсь, я очень много на чат. В общем-то, у нас что? Т-шторм Esports. Собственно, 13-10. Пока что ведут. Но уже проблемы огромные у них. Итак, Кими, open фраг наконец-то сделал. Вау, Вейхард делает минус. Вейхард очень рядовый. 21 хп у него. Кима просто выбрасывает у нас. Да, выбрасывает у нас скорострелочку, берет АВП, чтобы не взяли ее. Итак. Руби. Смотрит у нас мидл, смотрит у нас мейн. И так, сейчас он будет его убивать. Если, конечно, вылезет у нас ПРБ. ПРБ не вылезает, ПРБ просто там простреливает кого-то с АВП. ПРБ. Нет, кто-то все-таки в этой дуэли пока никто никого не может убить. Выходит у нас стреляться. 42 хп остается у ПРБ. ПРБ нужно просто засейвиться. Да, вот правильно он делает. Просто убегает. И 4 в 4 у нас ситуация. Очень рядовый хард, очень калененький. У нас в команде Т-шторм ПРБ. Ну и, собственно... 24-й раунд. Ребята, напоминаю, это последняя карта финала Т-шторм Кэтскинса. ВСВРка делает минус на Кижера. 3 в 4 ситуация. Последняя карта, ребят, да. Последняя карта у нас финала. Собственно, сейчас все решится. Кто же займет первое, второе место на турнире? 32 команды у нас было целую неделю, может быть, даже больше. У нас шел турнир Киба, делает еще минус. У нас остается один Вивен. Да, уже один Вивен. Остается против троих игроков команды Team Storm. Ну и смотрим. Вивен отдает один минус, стреляется против СВРки. Нет, не берет. Все-таки он раунд, к сожалению, 10-14 у нас счет. Зато в финале Гутаим, когда играли Юниматрикс X-Files, задержки не было. Это точно я ошибиться не мог. Да, возможно, я просто ее не поставил. Все очень просто. Сейчас я поставил. Все, я на чат не отвлекаюсь, короче, ребят, продолжаем смотреть. Собственно, у нас ФАМАС P90 снайперской винтовкой 2 кольта. От команды Т-шторм 4 калаша и снайперская винтовка от команды Руби. Т-штормам осталось взять всего 2 раунда. Ребята, всего 2 раунда, и они станут
победителями турнира TS Catskins Cup. Итак, смотрим. Занимается у нас мидл от команды Руби. Играют вот они в атаке, просто спокойненько занимают мидл. Уже, кстати, в мейн там кто-то врывается. Зика моментально у нас делает минус. Хорошая голова от него, с калаша. Опен фраг для команды Руби онлайн. И сейчас будет занятие какого-то апунта. На апунте у нас осталось смотреть только ПРБ. Смотрим за ним, он со снайперской винтовкой. Выходит стреляться, СВР, кстати, в спину. Там минус 2 уже делает. Это просто моментально какие-то размеры. 2 в 2 у нас остается ситуация. Неадок вместе с Вивином против Киба и Кими. Вот такие вот у нас дела, ребята. Киба у нас играет с Мидаки. Кими тоже с Мида, вот вдвоем решают они просто пойти, какие позиции у нас займут атака. Итак, Вивен у нас сидит под, вот, возле машины, собственно, Неадок делает минус АВП, остается у нас один, только Киба 24. 41 хп у него было, умирает он от Неадока, Неадок трипл килл, кстати, с АВП в этом раунде оформил, замечательная от него игра. Ну и что? Давайте статистику глянем. 37 на 9 СВРК. Я не знаю, ребят. Ну, 37 фрагов у него, это просто что-то с чем-то. Киба 22-17, 15-19 Думи, ПРБ 12-20, 7-19 Кими. Тащит всю команду один. Вот СВРК просто один. Тащит всю свою команду. Ладно. Руби онлайн, Неадок 25-17, 18-21 Вейхард, Вивен 21-18, 14-18 Зика, Кижера 6-19. Ну, собственно, что? У нас очень неудачно сейчас Зика сыграл. Но вот разменивает своего тиммейта у нас Вейхард. Выходят ребята на бэплэнд. У нас еще Кими в девятке всего-навсего осталось. 4 в 4 у нас ситуация. Кими 28 хелспоинтов. Продолжает как-то там что-то стреляться. Сверку уже вместе с своим тиммейтом ПРБ обходят. Обходит у нас Неадок. Неадок у нас с ВП. Может он сейчас просто серьезно очень получить. И что? Да, делает минус один. Стреляется против еще одного игрока. Думи его тоже зажимает в спину. Боже, этого Неадок. Он еще как-то живет. Да, Неадок у нас живет, промахивается с ВП. Бомба, кстати, там дропается. Это может быть очень серьезная ошибка. Кими еще в спину зажимает у нас Винина. Остается СВРК. 1 в 2. Ну что, СВРК, уже 39 фрагов за сторону. Я просто в шоке. Я сижу и в шоке. Бомба валяется. 39 фрагов. Вау. Ну, это просто, я не знаю, как это сказать-то. СВРК еще один минус дает. СВРК 40 фрагов. СВРК 41 фраг. Боже мой. Что это такое? Что это такое, ребята? Ой, ладно. 15 раунд. И шторма берут. Берет, точнее, СВРК. 41 на 9 у него. 41 на 9. Ну, это я не знаю. 41 на 9, короче. Просто сами осмысляйте вот этот счет. Я такой счет... Это редкость для меня вообще. Это тем более без овертаймов. 41 фраг, я не знаю. Ладно, у нас ужаснейший закуп от команды Руби Онлайн. Они могут сейчас уже в одном шаге, а не от того, чтобы проиграть команде Т-Шторм. Собственно, опен фраг за команды Руби. Так или иначе, у нас Киба играет с девятки. Сверк у нас на пунте. Ким у нас играет вот с Б-пунта. Киба дает минус девяточки, молодец. Думи еще одного убивает. Три игрока у Руби остаются живыми. Ким еще один минус делает спонтанно Б со снайперской винтовки. Остается у нас Кижера вместе с Зика. Выходят ребята из Руби онлайн. И, видимо, это победа команды Т-Шторм. Ну что ж, Зика 1 в 4. Шансов очень-очень мало, хотя и бомба у него. Ну посмотрим, посмотрим, что он сможет здесь придумать. Ну, ребята, у СВРки статистика 41 на 9. 41 фраг. Вы понимаете, 41 фраг за 27 раундов. Да, ну вот, кстати, Зика-то. Зика-то тащит, минус 2 он уже дает. Остается у нас Ким вместе с Киба против Зика. Зика один уже в 4, дал минус 2. Ну и попробует он затащить. Попробует, но уже, кстати, один игрок команды Руби онлайн вышел. Не верит он своего тиммейта, к сожалению. Ну и Киба, да. Киба тащит, это победа команды Т-Шторм.